Всем доброго времени суток, с вами снова Ред. И по просьбам подписчиков, наконец-то делаю хоть какую-нибудь коллекционку. Вот. В конце 2011-го вышел игра Batman Arkham City, которая оказалась весьма ожидаемой, довольно неплохой игрой и обладала неплохой коллекционкой. Вот, в которую помимо классной коробочки ходил классный Бэтмен. Прикольный такой Бэтмен. Вот, хоть и черно-белый. И такой не очень классный, на мой взгляд, артбук. Он был такой скромненький. И мало того, он от всего объема. Страницы тут занимали половину объема, потому что в него еще и вставлялся диск с игрой. Оригинальное решение. А еще... Так, дайте. А еще давали код на скачку музыки и анимационный фильм Batman Gotham Knight. Вот. Ну, какая-то... Какая-никакая, но... То есть, почему какая-никакая? Хорошая коллекционка. Тем более, что он стоил не только, по-моему, 59 фунтов. Я это заказал в Британии. И вот. И сейчас я тоже заказал в Британии Batman Arkham Origins Collector's Edition. Есть еще американская коллекционка. Но там... В общем, заказывать ее из США я не видел смысла. Ограничился британкой. Да, вот коробочка вокруг, снабженная картонным пакетиком. Коробочка помялась по транспортировке. Игру почта держала у себя почти 3 недели. До меня она добралась только вчера. Так. Вот она вскрывается. Там лежит ужас. Что-то, наверное, все помял. Поломалось. Ага. Спойлер. Ну и пофиг. Я спойлеров не боюсь. Мне уже всю игру поспойлерили, кто мог. Лот номер первый. Ага. Контракт. Контракт на Бэтмена? Да, что-то тут. По-моему, это контракт на Бэтмена. Блин, читать. Плакатик. Убей Бэтмена, получишь 50 кусков. Это... Ну, короче, тут видимо, убийцы. Из которых, по-моему, всех проспойлерили. Мне кажется, Диструк. О нем блин, с первого ролика было известно. Ну, чё, спойлер, заспойлер, если это будет спойлер. Ну, прикольно, как говорится, это типа артефакт из игры. Так, что у нас тут дальше? Дальше тут артбук. Артбук. Так, давайте сравним. Артбук Arkham City, артбук Arkham Origins. Толщина потолще будет, потому что половина не страниц. Давайте смотреть. Ну, странички, глянцевые. Отлично, с первых страниц разработчики сейчас расскажут о себе. Игру, кстати, делала не Rocksteady. Игру делала No Name Studio Warner Brothers. Кажется, Warner Brothers Montreal. Ну, артбук. Окей, артбук. Ой-ой-ой, какие страшные блики. Простите за блики. Струк, ой, черная маска, без маски. Робин.
что любите жаловаться. Барбара Гордон в Архэм Айслом и Архэм Сити, она уже в кресле каталки. Джим Гордон, молодой Джим Гордон. Ну, короче, артбук. Давайте посмотрим, сколько он страниц. Он страниц. 76 страниц. Да, маловато, конечно. Учитывая размер коробки, смотрите, могли бы засунуть сюда что-нибудь побольше. Может, нам тестовый побольше. Так, еще у нас здесь... Ой-ой-ой. Коды на DLS. Бэтмен, по-моему, из фильмов, сериалов 50-х, 40-х. И Deathstroke, это челлендж, мап на Deathstroke. Никогда не играл эти челленджи, неинтересно. И... Опа! Если диск будет сломан внутри, это будет эпичный облом. Эпичный. А ну пофиг. Это, кстати, не стилбук, люди. Это не стилбук. Это Star Metal Pack. Да. Вот он внутри. Оторвем это не чертов Microsoft. Не чертов Microsoft, не бомби не Microsoft. Еще Xbox One покупать. Вот. Два диска с игрой. На PlayStation, наверное, на один диск. На PC и на Xbox на двух. А вот так он выглядит открытым. Вот они, собственно говоря, поэтому и выбрали Star Metal Pack вместо стилбука. У стилбука здесь такая штучка, и стилбук открывается на пластиковых. Тут пластик такой. И поэтому, если его вот так вот открыть, стилбук, у вас не получится целый Бэтмен. Поэтому они выбрали Star Metal Pack. Кстати, символ Бэтмена рифленый. Или как? Пускай стоит. Да. Star Metal Pack — это хорошо. Да. Ну и, собственно говоря, самое важное, что есть в этой коробке. Где мой ножик? Сейчас все это полетит, попадает. Мыша. Сидеть. Бэтмен. Ну, что я вам скажу? Фигурка. Коллекционка мне стоила 66 фунтов. И, блин, она стоила этих денег. Эта фигурка стоила этих денег. Я видел до этого видео, но по видео я бы не сказал, что она действительно качественная. Она на уровне, она того же уровня, что... В коллекционке Assassin's Creed 3 как минимум. Не знаю, насколько видно у меня на видео, но она очень-очень неплоха. Точнее, это не фигурка, это статуэтка. Бэтмен держит Джокер. Я, чтобы сравнить в прямом эфире, подоставал другие фигурки. Ну, окрашена Бэтмен лучше, чем Пророк из Крайзис. Кстати, сравните прогресс. Бэтмен из Arkham City против Бэтмена из Arkham Origin. Или вот Сэм Фишер из недавнего Splinter Cell. И Коннор из предыдущего
прошлогоднего Assassin's Creed. Бэтмен с Джокером на их фоне просто best. Какая же у него фирма? Не знаю, насколько вам видно. Фирма Pure и чтоб меня. Фирма Pure. Это так и есть. Это та же фирма, что делает фигурки для Ubisoft. То есть фигурки, статуэтки. А это... А для Electronic Arts делают неназванные китайцы. В общем, достойно будет смотреться на полке с другими статуэтками. Хотя я, опять же, не фанат статуэток. Artbook мог бы быть и побольше. Star Metal Pack. Очень даже неплохо. Правда, внутреннего арта нет. DLS. Ну, никаких миссий не дали, только дистолок и костюм Бэтмена. Коробка большая, но никчемная, рассыпется, извините, я уже украл. Ну, в общем, я доволен. Если еще игра не подкачает, то свои 66 фунтов коллекционка отбивает. Определенно. Статуэтка просто не ожидал такого качества. Спасибо за внимание. С вами был Рад. До новых встреч.